И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Джонни Бонасера, эпизод 3, вторая серия у нас. Так, где мы остановились? Мы нашли все-таки ангар 19, он тут за туалетом, то есть мы на туалете спускались. Ну, те, кто не смотрел первую серию, вот, посмотрите. Так вот, что, какие у нас планы? Так, значит, что, идем в салон тогда и говорим Макларену, что мы... Так, Макларен. Да ну тебя. О, вот, я нашел ангар 19, вот. Серьезно? Ангар 19 находится... Помоги, короче, под землей. И он еще там что говорит? Так, я должен был догадаться. Отведи меня, мы должны спасти Ромеро. Поехали. Так, спускаемся. Какого? Пропусти, солдат. Нет. Воу-воу-воу-воу-воу, нифига у нас стычечка такая. Просто ё-моё, они сейчас друг дружки перестреляют. Так, погоди, а что у нас есть? Бита. Может, бита этого глухану? Давай-ка. Ай-ай, как же больно. Черт возьми, Джонни. Так, погоди. А как нам дальше вырубать, солдат? Да чего же больно? Так, погоди, а что еще дальше там? Что больно? Проклятый пацан, ты теперь еще шутки шутит. Так, нам надо как-то вырубить, я так понимаю, охранника. У нас есть супер крепкий напиток Мата Падрес. Давай, поехали. Вот немного алкоголя, на. Это тебе облегчит боль. Отлично, спасибо, нифига. Какой крепкий. Все, он вырубился, молодчина. Все, после Мата Падреса никто не выживает, ему. Так, поехали. Так, чё Макларен? Макларен? Дай мне добраться до летающей тарелки. Я не могу идти, но верю в тебя. Найди летающую тарелку и спаси Ромеро. Ступай. Черт возьми, какая же адская боль. Так, солдат, а чё у солдата? О! Этот пистолет как раз то, что мне нужно. Так, поехали. Джонни, отдай мне пистолет. Нет. А да, сейчас же. Кто-нибудь может пострадать. Да нам защищаться надо. Он мой собственный, он мой собственный, моя прелесть. Не пари чушь, я видел, как ты забрал его у этого солдата. Почему мне надо его отдать? Я полицейский, я не позволю ребенку разгуливать с пистолетом. А, такой гангстер. Ладно, ладно. Вот. На-на. Все. У нас отобрали пушку. Так, поехали. Так, сядь опять на тузик. Давай, рычаг. Поехали наверх. Может, что-нибудь еще найдем. Так, а что у нас есть? Здесь не хватает места, чтобы для замаха, чтобы ударить по бардачку. А я попробовал бы ударить по бардачку. Я не знаю, что с этим делать. Погоди, а что? Реально. Реально, как ты сможешь открыть? Как ты можешь открыть? О! Кредитка сработала. Блокнот и ручка. Таблетки. Значок. Офигеть. Вот это круто. У нас, значит, что, таблетки? Обезболивающие. Значок. Это моего. Да, у нас вроде отбирали значок. Мне нравится рисовать, но сейчас нет времени. Окей, поехали отсюда. Так. Возвращаемся, короче, к нашей. Кстати, давай-ка попробуем. Нам же эту надо пробудить. Тетьку Мотьку. Как ее? Не помню. Как ее зовут? Рейвен, вот. Давай-ка ее разбудим все-таки. Этот вот ключки вообще там. В харейде. Это в конвульсиях бьется так. Давай водичкой. Она не очнется, выпила слишком много матопадреса. Ё-моё, вот это жестконько. Вот это жестконько. Так что ее хватило только на 3 раза. Матопадреса перепила. Так, все, поехали. На рычаг, поехали. Вниз. Так, Макларен. Обезболивающий, на. Держи таблетки, облегчает боль. Спасибо, Джонни. Теперь больше болит меньше. Ну все, молодец. Так, какие у тебя еще?
Жесткий парень этот Макларен. Макларен, так. Дай мне добраться. Так, вот, отдай мне пистолет солдата. Чё он... Нет, ты можешь кого-нибудь навредить. Твою налево, блин, все-таки. Так, солдат, может, у него ничего нету, чтобы могло меня заинтересовать. Кстати, телефон. Оператор ангара на связи. С кем вы хотите связаться? Свяжите меня с руководителем, прошу прощения, ошибся номером. Давайте свяжите меня с руководителем. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аван, а вас не звали. Кстати, если кто не знает такой анекдот, а вас не звали, то обязательно посмотрите, прочитайте, реально ржачный анекдот. Меня зовут Джонни Бонасера, жизнь... Это вопрос жизни и смерти. Давайте вот так. Это вопрос жизни и смерти. Представьтесь, пожалуйста. Ну ладно, окей. Меня зовут Рой Окоп. Интересно. Данное имя не зарегистрировано. До свидания. Погоди, еще. Давай. Свяжите меня с руководителем. Меня зовут Джонни Бонасера. До свидания. Короче, опять не до свидания. Так, какие еще? Давай еще с руководителем. Так, меня зовут Кир и Пич. Кир Пич его зовут. Короче, не зарегистрировано. Поехали сюда. Можно пройти? Да, можно. Все, мы в ангаре 19, ребятки. Так, что тут? Сектор 4, Денджер. Та-да-да. Понятненько, тут инопланетяне, да? Мне нужен пропуск. Так, здесь что? Сектор 3. Дерверкил к сектору этого ангара. Так, опять. Ну, нужен пропуск, да? Сектор 2. Где у нас что? И у нас есть какая-то, да? Погоди, не. Вернись вот к этому. Сектор 1. У нас есть карточка от сектора 1. Поехали. Оге. Так, у нас открываются тут два прохода, да? Поехали в этот. Оу, ха-ха-ха. Что это было? Граффити. Лучше не стоит. Погоди, а в смысле о чем? Свободу обезьянам кто-то написал тут. Да, фриманки. Игрушки. О, игрушки мы подобрали. Интересненько. Клетки. Обезьяны заслуживают свободы. Лучше не стоит он. Так, шкафчик. Он заперт. Внутри наверняка найдется что-нибудь полезное. Ну, конечно, как же без этого? Погоди, у нас бита есть. Может, попробуем? Он не открывается. Блин, а во второй части срабатывало. Так. Вот, труба засорилась. Погоди, а что он еще? Похоже на дозатор еды, да? Ага. Зачем? Погоди. Миска для еды. У меня она пустая миска. Стоит ее наполнить едой, он говорит. Окей, а что у нас есть, чтобы протолкнуть? Давай пробовать. Я не знаю. Погоди, может, значок? Я не смысл значка, не. Может, какая-нибудь резиновая игрушка? Я хз. Ну, кость. В смысле, какая? А! Мяч, кость. Может, бита? О! Да, сработало. Офигеть, миска для еды. Поехали. Поехали. Ё-моё. Так. Так. Пожалуйста, проходи. Дальше. Так, у нас открылся... Вот, под вопросиками у нас тут открывается. Вот тут, оказывается, обезьяны. Тут что? Опа. Какой-то чувак. Так. Лабораторный халат. В кармане лежит резак. Опа. Опа, резак. Отлично, шикарно. Колбы какие-то тут опасные. Радиоактивно. Активист. Эй, ты! Эй, ты чё тут делаешь? Ты ведь не охранник? Нет. Не беспокойся. Берегись, если они поймают тебя, то запрут. Что ты делаешь? Это ты освободил обезьян в другой комнате. Как ты пробрался в ангар 19? Мне ничего не нужно. Так, что ты тут делаешь? А ты как думаешь? Пытаюсь освободить обезьяну. Это ты освободил обезьян в другой комнате? Они заслуживают провести всю свою жизнь за решеткой? Зачем ты освобождаешь обезьян? Они ставят на них эксперименты. Ну да, я тоже. Обезьяны переносят
ужасающие решения обезьяны тоже люди. Я тоже против этого, против вот этого, то, что вот эксперименты проводят. Реально, есть другие, не знаю, проводите на других, проводите на каких-то амебах, но никак не на умных животных. Ты уверен, что они люди? Конечно же, они люди. Разве они не испытывают чувств? Разве в их жилах не течет кровь? Разве они не плакали при просмотре «Титаника»? Ладно, продолжай. Как ты пробрался в ангар 19? Мой отец здесь работает, о, круто. Ты специалист по нейтронным сетям? Тот еще зануда. Сын, ты должен поступить в университет. Ты тратишь свою жизнь впустую. Он хочет, чтобы я получил диплом специалист по искусственному интеллекту, как он когда-то. Искусственный интеллект. Чушь какая-то, не думаю, что это этого направления есть будущее. Я забрал его пропуск. Опа-на. Какого уровня у тебя пропуск? Мой пропуск второго... О, да, я знаю, второй уровень, там мозг нарисован. Давай ты мне свой пропуск, а я тебе свой, своего первого. Так, может, сработает? Зачем мне это? Давай же, чего ты? Мне все еще нужно освободить двух обезьян. Я поменяюсь с тобой пропусками, если ты поможешь мне освободить эту обезьяну. И что тут бешено долбится в дверь в соседней комнате? Так, ладно. Ладно, я помогу. Меньше слов, больше дела. Так, окей, он нам даст пропуск, если мы освободим вот эту обезьяну, да? Обезьяну в очках, как человек, офигеть. А тут что? Бах-бах, да, это здесь стучит. Я не стану даже пытаться открыть эту дверь. Чего-то силы долбит ей изнутри. Мне страшно. Где обезьяна? Опа, мы с ним в диалог вступили. Ой, ты же снимался в фильме «Планета обезьян»? Ух ты, отсылочка. Как мне помочь тебе выбраться? Как же тебе освободить обезьяну? Зато я мне так... Ой, ты же снимался в фильме «Планета обезьян». Я понимаю, почему ты перепутал, но в фильме был не я. Днем снимался Цезарь, он еще был умудрился добежать и работает в Голливуде. Прикольненько. Он всегда мечтал стать актером. Как помочь тебе выбраться? Нам же надо этот пропуск заполучить. Не думай, что у этого парня получится открыть клетку при помощи лома. Клетку можно открыть только при помощи кода, который знают лишь сотрудники. А их не будет до понедельника. Окей. Как мне помочь... Так. Как мне помочь освободить обезьяну за той дверью, которая бьется там, бах-бах, ё-моё. Обезьяна, которая долбится в ту дверь, это Юлия, он мой брат. Юлий Цезарь, кстати. У тебя есть брат. Зачем он долбится в дверь? У тебя есть брат? Моя мама родила двух челпанзе. У меня есть брат-близнец. Но он не такой, как я. Я самый умный из всей семьи. А Юлии... наделен выдающейся силой. Сейчас он не в своем духе, я бы стал к нему приближаться. Зачем он долбится в дверь? Он голоден. И близко к нему не подходи. Он чрезвычайно опасен при таком состоянии. Он такой сильный, что раздавит тебя за секунду. Так. Как мне освободить его? Сейчас зададим ему этот вопрос. Как мне освободить реально его? От голодина ему нужно поесть, чтобы успокоиться. Опа, ребятки, у нас есть шанс. Ты не сможешь к нему подойти, пока он не успокоится. Как мне освободить его? Он голоден. А, ага. У меня больше нет вопросов про Юлия. Заново умею еще и разговаривать. Кстати, вот это. Что за глупое дитя? Заново не умеет говорить. Меня зовут Бигль. Я результат скрещивания человека и шимпанзе. Челпанзе. Мой отец работал здесь ученым. Он полюбил мою мать, она была самкой шимпанзе. О, господи. Остальное ты можешь додумать сам. Додумать сам. Как мне... насчет Юлия. Ага. Все, у меня больше никакого этого вопросов нет. У нас есть еда, да? Вот это, миска. Давай, поехали. В смысле? В смысле? Думаю, ему не понравилось. Так, давай-ка вопрос ему задаем. Насчет Юлия. Почему Юлия отказывается от еды? Он не любит обезьяний корм. Он густой, да к тому же воняет. Фух.
У меня больше нет. Понятненько. Мне ничего не нужно. Окей. Смотри. Мы больше толком не можем никуда пойти. У нас есть вот этот сектор. Нам надо как-то вот эту... Годи, вот пройди туда дальше. Нам надо как-то открыть вот эту хрень. Он заперт. Погоди. У нас есть что? У нас есть шкаф. Вот это... Вот если едем с работы, то я не знаю, что... Погоди. Ты сможешь? Так. В смысле ты не знаешь? Он заперт? Блин, а как нереально его открыть? Ну понятно, что он заперт. Так, начинают нервы. Так, как-нибудь сюда встань. Может реально попробовать открыть? Не знаю. Кстати-ка, погоди. У нас есть еще одна идейка. Так, активист, погоди. Айти первого. Блин. Ладно, я помогу. Понятно, понятно, понятно. Очень все понятненько. В принципе, у нас есть игрушки. Давай-ка попробуем костюм. Я не знаю, что с этим делать. Да в смысле? Закрыто. Так, может мяч? В смысле, ты не знаешь, что с этим делать? Может этому простофили дать? Фух, пока никаких идей. Пока никаких идей. Так, ребятки, я тут побегал. И, короче... Нас Макларен спрашивает, что бы ты бы сделал, если бы у тебя в кармане был бы пистолет? Я бы выстрелил в того, кто сильнее, я бы выстрелил в того, кто слабее, я бы выстрелил бы в обоих. К того, кто сильнее. То есть смотри, так, неправильный. Ты не умеешь владеть оружием. Дай мне добраться так. Солдатам. Вот, он спрашивает, короче, про хулиганов, вот смотри. Неправильно, ты не готов владеть оружием. Блин, смотри, вот он спрашивает. Какой же ты назойливый. Хорошо. Но перед этим я хочу доказать, что ты умеешь обращаться с оружием. Ответь на вопрос. Что бы ты сделал, если бы над тобой в школе издевались два хулигана? Кстати, отсылочка к первой серии. У тебя в кармане лежал бы заряженный пистолет. Я бы выстрелил бы в обоих. Ну, короче, сейчас... Неправильный ответ. Ну, понятненько, понятненько. Фух. Блин, погоди, либо туда зайди, я не знаю. Окей, ладно, я сейчас вернусь, еще побегаем немножко, и все будет чики-пуки. Так, ребятки. Оказывается, нам подходит пистолет. Ой, фу, какой пистолет. Оказывается, у нас, смотрите, вот куда ты не наводишь, он везде, это как его... Это, а тут вдруг может сработать. То есть, смотри, мы отрезаем какой-то цветок. И... Что дальше? Мы можем что-то... Вонь пропала, отлично. Короче, смесь, смотри. Что делаем? Так, набирай водички. Я просто офигеваю, реально, сложновато было. Я бегал тут, наверное, минут 15. Все, теперь она такая густая, все. Жратва удалась, все, поехали к этому, к дядьке. И к нему это, как его... Ему дадим пожрать. Так, поехали. Так, давай сюда. И нам дадут пропуск, если мы освободим вот этого обезьяна в очках. Как бы, смотри. Вот. Если мы его освободим, нам дадут пропуск от второй, это как его? От второго сектора. Так, поехали. Должно все. Видимо, он успокоился. Опа. Опа-па. Девиз. Так, ты сможешь освободить? Так, передо мной моральное дело. Что бы ты сделал, если... Опа. Что бы ты сделал, если бы над тобой в школе издевались бы два хулигана? У тебя в кармане лежал бы заряженный пистолет. Я показал бы им пистолет, чтобы... Как бы... Чтобы они посмотрели, чтобы... Ну, короче, чтобы напугать. Спасибо. Окей, короче, мы можем спрашивать взрослых людей, оказывается.
Так, попробую классику 1-1-1. Так, ну не повезло. Окей. Опа, ура! Я знал, что в конце концов подберу верный код. Отлично. Опа-на. Ребятки, у нас тут какой-то непонятный мужик. Блинские. Я думал, там обезьяна будет, а тут оказывается мужик. Охренеть. Так, погоди. Юли, привет. Юли, ты, он что-то не отвечает. Юли, ты свободен? Он дурачок. Давай выбираться отсюда. Свобода, беги, ёперный театр. Реально что-то не отвечает. Послушай меня. Он дурачок, и правда. И я сказал, послушай. Да. Ох ты ж, ё-моё, зарычал. Думаю, ему не нравится, когда на него орут. Ага. Молчу-ка я, пожалуй. Окей. Может, что-нибудь ему дать? Кость? Смотри, что у меня есть. Грррр. Не нравится, да? Не хочешь? Погоди, а есть еще другая игрушка у меня, вот. Смотри, что у меня есть. Мячик. Опа-на. Понравился. Мячик-то понравился. Он такой, с Джонни Бонасет такой смотрит. Эх, охренеть. Опа, кукла. Чё, можно... О, забрали куклу. Это тряпичная обезьянка? Ха. Так. Так. Опа, он мяч выронил. Опа-на, опа-на. Такс. Сейчас он освободит, наверное, эту макаку. Так. Как мне помочь вы... насчет насчет Юли. Я освободил Юли. Признаю, ты произвел мои ожидания. Но не думаю, что ты сможешь освободить меня из этой клетки. Ага, погоди, Юли. Юли. Юли, ё-моё. Так, Юлий. Так, погоди. Так, погоди. Эй, куды? Так, погоди, может классику? Так. Будем сейчас подбирать пароль. Будем сейчас подбирать пароль. Угу. Ну не повезло, может... Блинский, вот ты ж жопа. А как мне открыть-то с помощью типа? Вот он мячик теряет. Погоди. Можешь взять? Опа! Он закатился за клетку! Шикарненько! Он... Ни хрена он выломал. Отлично, сработало, братишка. Убегайте. Следи... Следуй за мной. Отлично, они убегают. Давай за ними тоже. Я человек слова. Давай меняемся пропусками, как и договаривались. Так, все, короче, он свалил. Лом. Ломик. Лом всегда пригодится. Так, погнали. Кстати, ломик попробуем сейчас ящиком взломать. Им просто больше никаких идей нет. Куда ломик-то применять? Так, поехали, ломик взломаем. Оп, получилось? Ребятки, получилось. Щетка. Пипи. Чего? Так, погоди. Щетка. У меня нет времени убирать. Пипидастер. Пипидастер, ё-мо. Чистящее средство. Ох ты. Коробка. Это что? Чистящее средство. Дротики с транквилизатором. Опа. На упаковке написано, что они для усыпления животных. Хотя уверен, что на любом сработает. Кстати, а у нас больше не потребуется? Похоже, здесь больше нет. Отлично, все. У нас, короче, появился пипидастер. Я не знаю, для чего он. Все-таки так, значит, что, у нас пропуск, да, появился? Погоди. Второй сектор? Да, все верно. Поехали во второй сектор. Посмотрим, что у нас там. Че у тебя тут? Ну-ка, ну-ка. Опа, обезьянка. Окей. Мне не дотянуться. Фух.
Так, значит, мы нашли обезьянку, ну и все так далее. Так что, ладно, ребятки, пока на этом закончим. У нас много тут предметов всяких, и нам надо как-то эту обезьянку достать, я так понимаю. Ну ладно, ребятки, так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, и давай пока-пока.